Решить задачу. На отрезке МН длиной 48 см взята точка К. Найди длины отрезков МК и КН. Если МК относится к КН, как 7 к 5. Условие записано на доске. По условию отрезок МК относится к КН, как 7 к 5. Введем коэффициент пропорциональности, обозначим его х. Пусть х коэффициент пропорциональности. Тогда, исходя из условия, МК равно 7х сантиметров, а КН 5х сантиметров. По свойству измерения отрезка, отрезок МН равен, длина отрезка МН равна МК плюс КН. Составим и решим уравнение. МК 7х плюс КН 5х и равно длина отрезка МН по условию 48 сантиметров. 7х плюс 5х это 12х, равно 48. Х равно 48 разделить на 12. Х равно 4. Итак, коэффициент пропорциональности 4. Найдем длины отрезков МК и КН. МК равно 7х, то есть 7 умножить на 4. 28 сантиметров. КН 5 умножить на х, то есть на 4. 20 сантиметров. Ответ. 28 сантиметров и 20 сантиметров. Задача решена.